первый день международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена» в Ленинском мемориале была презентована выставка «Символы эпохи. Люди, изменившие мир», где главными героями стали кубинские лидеры Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара. В церемонии открытия экспозиции принял участие чрезвычайный полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь. Он отметил, что очень символично, что выставка, посвященная кубинским лидерам, показывается в год 60-летия победы кубинской революции. Фидель и Че продолжат жить в каждом благодарном кубинце и кубинке, в каждом революционере мира, в каждом человеке, у которого от боли сжимается сердце, когда дети умирают от голода или когда под предлогом защиты прав человека начинаются империалистические войны, уничтожающие народы и культуры. Мы собрались здесь сегодня, потому что эти люди живы до сих пор, потому что их идеи победили и потому что наследие их вечно. На выставке представлены экспонаты из фондов Ленинского мемориала и посольства Республики Куба в России. Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова поблагодарила посла Республики Куба за оказанное содействие в создании выставки. Работа на самом деле проведена колоссальная. Спасибо за те уникальные документы, которые вы нам представили. Спасибо за те экспонаты из частных коллекций, которые сегодня здесь представлены на выставке. И спасибо за те работы, о которых вы только что сказали. Мы же тоже из фондов Ленинского мемориала в этой выставке представили также свои фондовые работы, посвященные двум великим политическим лидерам. Посмотреть экспозицию пришли и те, кто был знаком с кубинскими лидерами при жизни. Среди них полковник, ветеран военной службы, участник Карибского кризиса 1962 года Юрий Куниевский. Он был лично знаком с Фиделем Кастро. Свои фотографии того периода ветеран передал в фонды музея Ленинского мемориала. Накануне самой страшной фазы, накануне, как она, Черной пятницы, в четверг, вдруг звонят сверху, к вам выехала машина. Приезжает колонна, оказывается, приехал Фидель, посол Советского Союза в Республике Куба Алексеев, ну, исполняющий обязанности командующий группы войск, гречка, ну, не министр, который, другой гречка, однофамилец, ну, и сопровождающий. Показали ему нашу технику, зенитно-ракетная ракета. Информационные стенды выставки с уникальными фотографиями из жизни Че Гевары и Фиделя Кастро дополняют потрясающие по своей задумке и цветовой гамме работы рожденного в лоне кубинской революции художника Йосвани Мартинеса Переса. Общественности была представлена только первая часть выставочного проекта. Следующая часть выставки, посвященная Нельсону Манделе, откроется 15 марта. Заключительную часть, выставку о жизни и труде Мустафы Кемаля Ататюрка, Ульяновск увидит 29 марта. Экспозиция будет работать до 31 мая. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды.